Приготовьте ракеты, сейчас мы полетим на Луну. Точнее, вы полетите, я никуда не полечу. Я чувствую себя, как какая-то жареная колбаска. О, Луна близко, давайте. Маленьких ухов надо беречь. Ой. Всем привет, и это рубрика «Битва строителей», в которой они будут строить ракеты, ведь у нас сверху есть Луна, она находится очень высоко, и поэтому ее отсюда не видно. Ваша задача будет сегодня построить такие ракеты, чтобы долететь до нее. Значит, вам нужно будет пролететь 380 тысяч блоков до Луны. Надеюсь, у вас получится, и вы не разобьетесь. Ура. Ладно, идемте запускать тогда салют, и вы будете начинать строить. Все, начинайте строить. 2 часа пошли, и я буду каждые 30 минут смотреть, что у вас там получается. Давайте смотреть, что здесь у всех получается. Пират, что это? Что это? Это тополь. Тут есть колеса, но на ракету это совсем не похоже. Ну, ты тополь видел? Да, видел. Но это не ракета же. Ну, он же запускает ракету. А я думал, вы будете строить там станцию, оттуда ракета будет летать, там все дела. А тут какая-то машина таскает ракету. Потом такой тен, най. Зато не надо самому управлять ракетой. Прицелился на Луну и сразу. И Луна превратилась в 100 маленьких кусочков. Нет, кстати, да. У Агуши тоже станция космическая не пахнет особо. Это ракета. Где станция сама, из которой вылетает ракета, летит в космос? Нету. Один стульчик стоит и все у Йенкинса. А, тут сверху. Полчаса прошли, и ты сделал вот это? Я даже не знаю, что это. Ну ладно, посмотрим. Да чё? Это нос ракеты. Как знаешь, пах аттракционов такие ракеты. Да, да. Это хорошо, что ты делаешь маленькую ракету, потому что большие ракеты не поместятся на маленькой Луне, наверное. Смотрите, как же здесь это все красиво. Нет, я не про эти белые штуки говорю, я говорю про этот туалет. Видите, тут настоящий туалет есть, деревянный. Ракета для мини летят, как я. Ага, и эта ракета реально маленькая. Она похожа на морковку. Сам ты... Он, наверное, так хотел сказать, морковка. Я знаю, что морковка вкусная. Это морковка с турбиной, с крыльями. Тут даже не одна пара, а 2 пары. Мне надо идти. Вернемся через 30 минут. Пират, что ты тут наделал? Тополь. Прошел целый час, а у тебя тут ракета и не пахнет. У тебя тут какие-то тополи. Ну, тополь. Я очень счастлив. Агуша, смотрите, какая у него красивая оранжевая ракета. Давайте посмотрим на лобовую часть. Думаю, он ее сделал самую красивую. Не понял. Это лиса. Лающие лиса. Никто ракету не хочет строить. Один тополь строит, другой лису строит. Хотел ракету, вот тебе ракета. Настоящая. А где дверь? Как зайти в ракету? Тут должна, смотри, быть какая штука. Такая эпичная подставка, на которой ты встаешь в костюме и такой пам-пам-пам, тебя поднимает. Ой, там булыжник. Надо, чтобы меня подняло туда. Понял? Это похоже на огромный вантус. Это нос ракеты. Ты тут на вантусе, походу, полетит. Да. Ему еще надо до Луны долететь. А где Луна, кстати? Так ты же скинул со скоростью 200 км в час. Вон это Луна. Ой. На меня целый кратер упал, видели? Вон там Луна, смотрите наверх, вон, маленькая точка. Стоп, а там еще ракета какая-то летит. Ну-ка, отойди от моей Луны. Кратер, пожалуйста, больше мне в лицо не падай. Как тут поживает моя морковка? Совсем не странная кнопка. Так, я все понял. Вот, я сделал себе бронежилет. А где кнопка? Кнопка где? Я столько бронежилет себе делал. Там взрывчатка была, я так и знал. Все это время я пытался сделать кабину. А, так это кабина, я думал, это робот-морковка. Робот-морковка. Ладно, это были все постройки за эти 30 минут. У вас еще целый час впереди, все, всем пока. У вас осталось 30 минут времени. В смысле? Ты знаешь, что я с тобой за это сделаю? Ты будешь первым испытателем этой штуки. Ладно, давай, показывай. Что я сделаю? Тополь. Это что, ракета, в которой ты полетишь? Да, тут не особо просторно. О, ладно, пират,
он ничего там не сделал, какой-то кейс. А Гуша сделал настоящую установку для того, чтобы запускать ракету. Садись на нос, ух. Это очень странно, да. Конечно. К тому же, что это еще лиса, и она хочет меня съесть. Это твой. Я не знаю, где мы, но мы где-то. Где луна? А, вон, смотри, вон там луна, я ее вижу. Лети вверх, давай. Нет, мы падаем. Как это? Ой, первый в мире ух, который спрыгнет с ракеты. А, нет, меня выбросили. Прощаю, Гуша. Опа, я уже у тебя. О, ты тоже сделал станцию для запуска ракет. Что-то отвалилось, значит, все не работает. О, они отодвигаются. Полетели. О, ракета летит. Сама, даже без водителя. Так, а вот... А, что это было? Да, вторая ракета тоже до Луны не долетает. А твоя-то ракета долетит до Луны? Еще ни одна ракета не смогла долететь. А моя еще не готова. А, опять ватрушка со своей морковкой. Ой, ракетой. Дай полетать. Дай полетать. Ладно, на этот раз ты меня съесть не хочешь, да? Нет, я тебя съем. Дай полетать. Эх, ладно. Так, получается, ни одна ракета не смогла долететь до Луны. Обидно. Ладно, у вас осталось 30 минут, посмотрим, что вы сделаете. Так, все время вышло, и мы типа должны начинать нашу гонку на Луну. А где она? Но сначала я бы хотел посмотреть, думаю, всем было бы интересно, что за ракеты здесь вообще. Манипулятор. Дай сесть, дай сесть, дай сесть. Я в ракету хочу. О, давай. Меня манипулятор подносит к ракете. Я падаю. Понятно. Ладно, давай. А чё ракета повернулась? Стукни-ка её хваталкой своей. Надо было тут подставку сделать. То... Ой, где я? Что-то происходит. А, она улетает. Какая быстрая ракета. Сейчас мы прилетим на Луну. Вон Луна. И вон еще одна Луна. Нам сюда. Мы Луны. Куда? Нам не к той Луне, нам туда надо. Вниз. Я оцениваю твою ракету на 9 из 10. Ладно. А, вот это уже ракета Агуши. Давайте ее тоже посмотрим. Так, у тебя тут тоже такая установка, только ухо подымалки тут уже нет. Ну и здесь такая ракета в виде лиса. Садись на нос. А мне, может, скафандр полагается? Нет. Как не беспокоит. Меня забыли, стойте, меня забыли. Зэк разговаривать умеет, давайте сюда, Зэк. Полетели в космос, давай, я верю. Уау, давай, вон там Луна. Совсем немножко осталось. Так, прямо-прямо, налево, чуть-чуть левее. Ой, что там падает, ладно. Разворот, летим вниз, нам на Марс пока не надо. Ну да, но... Ой-ой-ой, мне кажется, ракета загорелась. Ой-ой-ой, а если не мы упадем на Луну? Моя голова же разобью. Ладно, давай. О, Луна близко, давайте. Ой. Мы ее насквозь пробили. Не, она скользит, мы ее насквозь. Теперь это не Луна, это пончик. Круто. Я же говорю, кепка титановая. Мы сейчас землю пробьем. Ух ты, первый. Ой. Да, земля оказалась крепче. Мы умрем. Я ее оцениваю на 9,5. Это много. О, ватрушка, привет. Я же говорил, это большая морковка. Ой. Аргунус. Это ему не понравится, наверное. Ну вот что главное, чтобы видео не смотрел. Тогда все будет хорошо. Ладно. Секретная разработка лисят. Это морковка лед, да? Или. Не надо меня глушить. Стой. Вместо на одного я один полечу. В смысле? А я? Меня забыл. Стой! Ватрушка! Не бросай меня. Ватрушка, ну... Маленьких ухов надо беречь, потому что... Это вымирающие, они в красной книге. И сами они красные. 3, 2, 1, полет! Мы летим на Луну. А где Луна? Мы почти на Куба Луне. Стоп, это мне кажется та Луна, которую я забыл. Ба-ба-бам, ба-бам! Впервые приземлились на Луну. Мы успешно приземлились. Да. Вы куда? Я лечу вас ловить. Ты вернулся с Луны, с которой еще никто не возвращался. Да ты герой. Смотри, просто. Как я еще могу. Смотри, как могу. Как? Баба. Все, я ставлю тебе 10. 10. Моя оценка 10. Паштет, это что такое? Твоя ракета. Садись сзади. Мне впервые выделили нормальное почетное место сзади, а не впереди. Вау, ракета летает. Бедная ватрушка, мы его забыли. Летим на Луну. Я вижу за Луну. Я тоже, вообще-то. О, мы сделали это. Я первый ух, который ходит по Луне. Ура, ух, мы на Луне. Возвращаемся обратно. А, можно еще обратно вернуться. К нам летят конкуренты. Ага. Э,
Космическое пространство принадлежит всем, так что этот, пробки тут не делайте, а? Я ставлю десяточку. Ну, показывай, пират, свой тополь. Я хочу. А, нет, я не хочу. Ай, ладно. Я не знаю, это первый боевой запуск. Первый? Что-то... Выглядит грозно. Не-не-не-не-не, иди сюда. Ой, он сейчас перевернется. Ага, ты хочешь, чтобы я залез, да? Давай, залезай. Ну, типа так, не умрешь, там, разряженный воздух, все дела. Не-а. Меня без скафандра туда запускали, у меня иммунитет. Ну, погнали. Ну, не знаю. Это первый запуск, поэтому, мне кажется, просительно. Меня сейчас хочет пират запустить. Ты криво немного. Ой-ой-ой. Страшно. И чё такое? А, куда? Нет, луна в другой стороне же. Блин, сори. Чё, далеко ты улетел? Я чувствую себя, как какая-то жареная колбаска. Я тебе говорил закрыть двери. Пишите в комментах оценку ракете пирата, потому что я не хочу. Приготовьте ракеты, сейчас мы полетим на Луну. Точнее, вы полетите, я никуда не полечу. 3, 2, 1, в полет, давайте. Ой, а где наши лидеры? Паштет поднимается. Паштет уже у Луны. Кто-то еще до сих пор не взлетел. Я вообще куда-то не туда улетел. Паштет у Луны. Лисенок тоже у Луны. Агуша и паштет у Луны. Кто из вас первый при Земле? Погоди. Так, все, паштет теряет управление. Паштет приземляется. Паштет первый приземлился на Луну. Давайте попробуйте сейчас все вместе дружно еще раз полететь на Луну. Зачем? Это бесполезно. А, пират не с нами, все. Давай. Нет, иди сюда. 3, 2, 1, нет. Запуск. И ракеты взлетают. Так, лисенок уже... Нет. Паштет, давай. Я выбываю. Все, Агуша куда-то пропал. Мы его потеряли в космосе. Его не слышно. А у меня это, чпоки нету. А паштет уже на Луне. Опять так быстро. И паштет на Луне. А где наш товарищ? Я готов. Можно начинать. Опять? Пират, я к тебе лечу с Луны. А начинать? Что начинать? Это космическая битва строителей заканчивается. И, наверное, мы когда-нибудь все-таки. И напоследок мы садимся все в тополь и улетаем в закат. Я хотел сказать, что мы еще, может, когда-то полетим на Марс. Вот прошлые интересные битвы строителей. Всем пока.